кофейка, погоняли чаи и решили проехаться по городу. Погодка у нас сегодня не жаркая, отлично. Булочки вообще хорошо, и до вечера можно кататься, главное, чтобы не было ниже 18 градусов. А так, в принципе, ничего. Люди есть, но так частично, такое ощущение, что больше транспорта, чем людей. Короче, посмотрим, как у нас дальше пойдет. Заехали на маркет, взяли девчонок, решили прокатиться, поехать на приз. Так они и жили, жили, где тоже. Ой, я не могу. Что такое? Да я сутой. Хотим посмотреть, у нас ДТП случилось. Наш мотобрат улетел где-то, но в истории нам кто-то сказал в Инстаграм. Мы сейчас подъезжаем на место событий, чтобы посмотреть, что у нас здесь произошло. Вот лежит мотик и стоит машинка рядышком. Сейчас мы все, в принципе, разузнаем, что как. Конечно. В общем, какая у нас история? У нас со стороны парка спускался в сторону второй школы парень на мотоцикле, а девушка якобы поворачивала влево. Он делал двойной обгон. И как бы вот получилась такая история. Въехал. Но тут непонятно, включала она поворотник, не включала. Была ли там сплошная, то есть нужно разбираться. То есть, ну, в любом случае двойной обгон делать как бы не камильфо, поэтому вот в принципе такая история. Машина, конечно, вообще в смятку, бочина. Привет. Привет. Как я тебя зовут? А, то я жду как раз мадам позаписывать видос какой-то. Да? А. Привет. Как дела? Нормально, ты как? Я тоже. Готов? Тёмка, ты погнали? Ну да. Знаешь, как сидеть? Конечно, всё. Знаю. Точно? Да. А ну давай, показывай. А где вы? Что ты знаешь? Тут покататься, накинуть. А руки где должны быть? Вот тут. Или тут. Когда я вот сажусь, да, ты можешь упираться либо так, если далеко, ну ладно, можешь за меня держать. Я знаю. Только не отпускай. Замок. Да. Ну все, а это я потерял, да. Кого? С кем-то ехал. А. Ехать.
все, можешь пока слезть. Что, подъем что-нибудь? Ну да. Ну что, нормально? Как впечатление? Нормально. Ну, вижу так, знаешь, аж унижается. Ну, неудобно. И так, не могу ехать. Попросил водилу, чтобы меня довез до Градишского, а там меня встречу, чтобы расплатиться. Не берем. Сколько это? Да 25. Даю ему полтинник. Пошел менять, короче, этот. Не меняет. Пошел покупать билет. Получилось билет за 40 гривен. Ничего себе. То есть так это, ну, вот, с билетом приходит. Ну, вот тогда я вот фигня. Я говорю, ну, и как раз десятка тебе еще и на водичку. Mm. Водички. Ой, спасибо. Ну, видишь, как доброе дело сделал. Ну, и я такой. Сидишь, надо ногами еще тоже держаться, фиксировать мои ноги максимально. Не, ну нормально. Да, да. Пойдет. Она только сидит. Не, ну молодец, нормально сидит, че. Не, ничего. Меня. Ногами, конечно же, тоже обхватываешь, чтобы тебе захват был нормальный. Страшно? Да, да, да. А ты куда собрался? С вами проехал. А. Да, садись.
А вы куда? Прокачу. Подъеду. Покати, я тут тогда прокачу. Ну, хорошо. Не буду от тебя отставать. Окей. Дороги, да? Хорошо, за меня держись тогда.